к вам ревизор. В руках парламентария список не покупок, а цен на лекарства. В фокусе внимания – позиции первой необходимости. Антибиотики, жаропонижающие, препараты для сердечно-сосудистой системы. Все в рамках мониторинга, в ходе которого учитывается не только стоимость, но и наличие. Согласно перечню, все 50 препаратов первой необходимости, также цены, которые были зафиксированы 24 февраля 2021 года, на сегодняшний день не повышаются, по отдельным позициям даже несколько ниже. Парламентарий проверяет аптеку сети «Фармация». К слову, она закрывает ряд социально значимых вопросов. Например, у них удобное расположение. Это касается города и района. Плюс широкий ассортимент товаров и приемлемая стоимость. Есть место и акциям. Предоставляются скидки для пенсионеров, мам в декрете, граждан, имеющих медицинскую карту или дисконтную. В настоящее время у нас проводится ряд акций и скидки по многим позициям. Вот, например, дежурная аптека, как аптека, в которой вы находитесь, значит, с 7:30 до 9 утра ежедневно проводит скидки до 10% от торговой надбавки на все лекарственные препараты, медицинские изделия, то есть на весь ассортимент, имеющийся в аптеке. Итог проверки без замечаний. Парламентарий уверяет, такой способ работы защищает от необоснованного роста цен. На сегодняшний день в Бобруйске 32 аптеки государственной формы собственности и 65 частных. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.